В Ленском районе сняли проблему нехватки школьных автобусов с повестки дня. С этого года школьников отвозят не только до школ, но и на мероприятия, а также встречают из аэропорта. Наша съемочная группа решила проехать школьным маршрутом и убедиться в его безопасности. В начале года все школы передали автобусы на баланс районной администрации. Содержать парк им было слишком накладно. Теперь за техническим состоянием следят специалисты. Они же принимают заявки на подвоз детей. Эти автобусы нам передали с маршрутами уже готовыми, которые возят детей, школьников, подвозят к школам. Они также идут параллельно с автобусами маршрутными, но у них немного свой маршрут. Они заходят через Объездную, через Звездный, Светлый. Собирают детей и везут в школу. Автобусы делают 4 рейса в день от микрорайона Северный и Разведчик. Для первой смены автобус выходит на линию в 7 утра, для второй в час дня. Школьники уже оценили его преимущества. Как часто? Я каждый день им езжу. Сначала я отсюда, потом обратно езжу. Он не опаздывает, как бы в нем тепло, все уютно. Нравится, как бы. Школьный транспорт имеет высокую степень безопасности и комфорта. Все места для пассажиров оснащены специальными ремнями безопасности. Предусмотрены багажные полки. Автобусы оснащены тахографами и навигационными системами ГЛОНАСС. Все школьные автобусы в нашем районе соответствуют требованиям перевозки детей. Недавно район по соглашению с нашими партнерами, компания «Газпром Трансгазтом», скупили 2 автобуса. Возим детей не только в школы, но и на соревнования. Потребность школьных автобусов в нашем районе мы закрыли. Возят детей не только в школу, но и на экскурсии, на соревнования и встречают из аэропорта. Ну, выезжаем мы очень часто на соревнования, именно танцевально-спортивный клуб «Румба». И в этом нам, конечно, очень помогает наш школьный автобус. Без проблем мы добираемся до Мирного, и также по прилету уже на нашу якутскую землю нас встречает наш родной автобус. Едем спокойно, уверены в водителе. Вот, так что хотелось бы сказать огромное спасибо, потому что очень дорого ехать до Мирного, если на такси ребятишкам добираться. Поэтому здесь, конечно, палочка-выручалочка. Детям уже не приходится добираться до школы на такси попутками или просить об этом родителей. Они точно знают, что школьный автобус – это надежно, безопасно и совершенно бесплатно. Светлана Балеева, Виталий Андреев, НВК Саха, Ленск.